курс Level 2. Длительность обучения 14 недель, старт мы так и не заявляли, и он только для учениц, учеников, прошедших Level 1, либо по личному допуску. Если так судить, вот многие не хотят проходить Level 1, а хотят сразу попасть на Level 2. Я прошу их записать связку танцевальную, ну, то есть я высылаю связку, текстом пишу. Прошу, чтобы они станцевали и прислали мне все как положено с сагатами. Они присылают, если мне подходит качество исполнения, я допускаю, если нет, то нет. В любом случае, для Level 2 проблема этого курса, что он еще объемнее и в нем меньше теории и в разы больше практики и больше самостоятельной практики. Поэтому, если вы не справились с Level 1, то на Level 2 вам делать, извините, нечего. Он для тех, кто хочет прям, знаете, как у нас в Пундуке. Мы в Пундуке маленькие, но боевые машинки, которые в любой момент могут встать и станцевать все, что угодно и с кем угодно. Опять же напомню, что это обучение не является официальным обучением студии Fat Chance Belly Dance, не может быть приравнено к Tribal Puja, General Skills, Classic or Modern, является разработкой студии Tribal Belly Dance, Fitness и Yogi Panduk, а именно моей, потому что там очень много работы с телом, которые я набрала самостоятельно из других источников. И это обучение не имеет аналогов нигде, ни в России, ни за рубежом. Вы уже имеете определенный опыт и хотите чего-то большего, тогда этот курс для вас. Но помните, вам придется делать очень много домашнего задания и заранее распределять свое время. Если вы просто раз в неделю набежали, нет, нет, еще раз нет. На основе многолетнего опыта в групповом импровизационном belly dance, а также в области фитнеса, йоги и прочих дисциплин, связанных с движением, я создала свой уникальный обучающий курс для танцоров-преподавателей Tribal. Здесь минимум теории, максимум практики. Каждой идее будет посвящена целая неделя, неделя, на которой вы исследуете свое тело и исследуете движение с разных сторон. Каждый урок разделен на части. Здесь разминка, подготовительные и подводящие упражнения, техника движений, ключи, субключи, вариации и связки, чтобы закрепить пройденное обязательно, самостоятельная импровизация и домашнее задание, которое проверяю лично я. Если в Level 1 было много базы теории, логики, основ, то этот курс будет совершенно другой. Тут вы найдете отсылки на базовые движения и теоретические знания, поэтому если вы не проходили Level 1, будет сложно. Много новой техники, факт, и еще больше самостоятельной практики. Новые движения будут неминуемо цепляться за старый опыт, ну, как и все. Поэтому всем желающим учиться на этом курсе я советую сначала пройти Level 1 и только потом переходить к Level 2. В противном случае я не могу гарантировать качество и, скорее всего, откажусь выдать сертификат. В результате обучения вы значительно обогатите свой танцевальный лексикон новыми движениями, комбинациями и связками. Совершенно точно подкачаетесь и бонусом разнообразите свою фонотеку. На курсе 14 уроков, 14 недель плюс 2 на выполнение контрольного мероприятия. Теория и практика, новые уроки, ну, условно, они будут открываться каждый понедельник, мы еще договоримся, в какой день, если вы захотите. В зависимости от тарифа будут сессии вопрос-ответ, это живые встречи, в прямом эфире для разбора домашнего задания и исправления ошибок. Домашнее задание каждому уроку обязательно, без сдачи него невозможно двигаться дальше. Программа заблокирует вам доступ, и вы будете сидеть на одной неделе до тех пор, пока не выполните его. И еще преподаватель может прислать вам на доработку. Почему? Потому что оно выполнено, ну, не в надлежащем виде. Например, если турки-шими, то я хочу, чтобы в турки-шими был 3/4 изотактовый, а вы, как большая масса всех вокруг, танцуете тактово. Я буду отправлять вам на переделку упражнения столько раз, пока вы не сделаете шими правильно. Задание каждому уроку, дополнительные 2 недели для выполнения творческой работы, контрольного мероприятия, и будут бонусы в зависимости от тарифа. Здесь вы увидите расписание по неделям. Ну и, соответственно, в конце 15-16 недели контрольное мероприятие и выпускной потока курс по групповому импровизационному belly dance Level 2. Этот курс для
У тебя есть танцевальное и музыкальное прошлое. А лучше еще в групповом импровизационном билли-дэнсе, а лучше еще ты прошла до этого левел 1. Ты знаешь базовые движения. Совершенно точно без базовых движений, без хорошей теории, базы, делать тут нечего. Ты хочешь развиваться, двигаться дальше, узнать больше. Ты мечтаешь улучшить свои танцевальные преподавательские навыки. Преподавательские навыки прокачиваются только так. Многие мне говорили, что даже с левел 1 унесли очень много новых версий вербализации тех или иных движений. Тем более я не использую одну и ту же, я все время использую разные. Тебе, например, не хватает простых понятных объяснений и танцевальной практики, тебе нужна поддержка и сопровождение, по сути, менторство, и ты хочешь все здесь и сейчас. Тогда этот курс для тебя. Я обещаю, будет сложно, но очень интересно.